Привет, доча, ты сегодня такая красивая, обожаю тебя. Мам, с тобой все нормально? Ты мне такого никогда не говорила. Теперь буду говорить. Вау, Ника, классно выглядишь, ты моя лучшая подруга, пойдем сегодня ко мне? Голос сердца, не ходи никому домой. Серьезно, мы знакомы неделю, какая лучшая подруга? Эй, Ника, я хотел сказать, ты мне очень нравишься, можно я провожу тебя до дома? Правда? Ты мне то... Голос сердца, все не так, как ты думаешь. Ничего не понимаю. Анисимова, какая прекрасная работа. Ставлю 5 и прошу подойти ко мне после уроков. Вы о чем? Я сдала пустой лист и ничего не учила. Не говори ерунды, теперь ты моя любимая ученица. Что происходит? Тебе лучше спрятаться. Так, в эту школьную кладовку никто не заходит. Ну блин, я же не могу сидеть здесь вечно. Что сегодня на всех нашло? О, Ника! Не подходи! Не бойся, я тоже вижу, что все ведут себя странно, и кажется, я знаю, в чем дело. Спасибо, голос сердца.